Если вы учитываете каждую деталь в дизайне экстерьера и вам нужен солидный, не слепящий и при этом долговечный прожектор, то ваш выбор – это Gauss серии EVA. Вырубай свет! Прожекторы Gauss EVA – это стильный дизайн, мягкий свет и надежная конструкция. В чем фишки прожекторов Gauss EVA? Во-первых, рассеиватель выполнен из прочного противоударного поликарбоната. Свет не слепит глаза, мягко рассеивается, визуально смотрится очень красиво. Во-вторых, все внутренние компоненты на драйвере залиты герметиком. Это позволяет им остаться на плате при сильных ветрах, тряске или падении прожектора. Например, если по прожектору кто-то попадет мечом, камнем, тяжелой спецтехникой или его установят на промзоне, где все трясется и гуляет ходуном, то внутренние компоненты и рассеиватель останутся целы и невредимы. Третья фишка – это надежный IC-драйвер и широкий диапазон входного напряжения от 100 до 240 вольт. Это значит, что прожектор EVA будет давать стабильный максимальный световой поток в условиях пониженного напряжения. Четвертая фишка – это удобный монтаж и четкая фиксация угла наклона прожектора. Никакой ветер, тряска или попадание тяжелой спецтехники не изменит его угла наклона как раз благодаря вот этим зубчикам. Пятое – это удобный скошенный тип кронштейна, который легко монтировать и демонтировать. Если у прожектора обычная скоба, то сначала, чаще всего, требуется сначала снять скобу, смонтировать ее на поверхности, а потом уже прикрутить к скобе прожектор. В случае Gauss EVA не нужно отделять кронштейн от прожектора. Все можно смонтировать в один присест. Gauss EVA до 50 Вт идеально подойдут для коттеджных поселков, рекламных баннеров, архитектуры, а также для профессиональных автомастерских. 70 и 100 Вт освещают спортивные площадки, катки, а также производственные площади, где встречается сильная тряска либо пониженное напряжение. Энергоэффективность EVA до 100 люмен-ватт, высокая цветопередача свыше 80 единиц, срок службы 35 тысяч часов и гарантия 3 года. А чтобы следить за новыми видеообзорами от Gauss, подписывайтесь на наш канал gauss_ru. Создавайте комфортную атмосферу вместе с Gauss. Вырубай свет!